Всем привет, с вами Кенни. Пора на охоту. Я продолжаю проходить Warcraft 3 Frozen Throne. Сейчас будем сопровождать повозки. У нас нет времени. Так. Ас Ревер Амон. А тут способность пропала, кстати. Пора на охоту. Как бы она должна быть. Внимаю словам Илуны. У нас нет времени. Так, мы в 6-й уровень. Ага. Пора на охоту. Все. Только... Так, ты выйдешь дерево и... Дерево. Скорее, дубину, блин. Так-то. Все дерево. Выдернул. Бить. Вот. Виновные будут наказаны. А это что? 2-й уровень? Серьезно? А, не служу за закону. Это чё медленно так бегает? Самое время. Сыкло. А, нежить атакует. Воу. Защищайте караван. Не бойся, Кель. Горные великаны быстро расправятся с этими убогими, да, тварями. Да, быстро. Они бьют как медведь. Может, уберем их тогда и на 2 медведей заберем. Или Дан где-то здесь. Тирент, мы напрасно тратим время. Нам нужно искать Иллидана. Мэв, им нужна наша помощь. Их братья помогли нам в войне с Легионом. И мы должны оплатить этот долг. Тогда окей. Во имя правосудия! На караван напали. Тарадас! Оу! Вы отбейтесь-то, не знаю. Я не отступлю. А то вы что-то как в натуре какие-то ложки. Уже эльфы прибежали, но она... Иллидан где-то здесь. Так, идем далее. Пора. Во имя правосудия! Ага, то есть меня. Аштарадас! Служу закону. Они, то есть, еще и оттуда-то... Нежить вернулась. Защищайте караван. Ничего она не вернула. А где? Окей. Никто не уйдет. Да уйди ты. Во имя правосудия. Так. Все. Пора. А эту чего повозку оставили? Служу закону. Пусть стоит. Кто-нибудь заберет, да? Самое время. Это что нас бегает лично? Своих лучше? Лагерь наемников. Мы можем нанять кого-нибудь из них. Но для этого придется расстаться с золотом. Ты где-то припрятал золото? Миледи, мы проигрываем эту войну. Нежить смыкает кольцо вокруг наших войск, и с каждым днем оно все теснее. Необходимо хранить золото так, чтобы оно было надежно спрятано, но оставалось всегда под рукой. Здесь в глуши есть немало наших тайников. Значит, мы найдем их. Ага, то есть... Я не отступлю. Собрать, да? Иллидан где-то здесь. Мы герои, пусть хоть... Пора на охоту. За ним. Аштарадас! Пора. Посигнал на природу. Мне кажется, мы теряем время. Что-то они какие-то слишком сильные. Хотя вдвоем. Во имя правосудия! Плохая не было вдвоем такого. Я не отступлю. Да. Ну, вон он, блин. Хотя можно было просто пробежать. Никто не уйдет, внимаю словам Илуны. Во имя Кинариса. На караван напали. Там наши воины вступили в бой. Служу закону. Вот где Кель закопал свое золото. Забираем его и идем дальше. Нормально? Нормально. Пора. Служу закону.
Пора на охоту. Так. А это что вам? Пора убивать! Позабавимся! Мне кажется, мы теряем время. Так говорят таким голосом, боже. Самое время. Воу. Аж тарадас! Уже нападают. Пора. Сами уже подходят. Или Дан где-то здесь. Нахлые, а? Чё, идём? Конечно, идём. Пора. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Да вижу. Так, так, вот так. Или там дерево пойти? А, нет, зачем? Тоже пошел помогать. Во имя правосудия! Так помогал бы уже, что вы назад возвращаетесь. Нежить вернулась. Защищайте караван. Где? Я не отступлю. Тихо. Пора. Тихо. Никто не уйдет. А где самый... Служу закону. Как их? Иллидан где-то здесь. Там что ли где-то? Служу закону. Как их называют? Иллидан где-то здесь. Короче, золото это. Служу закону. Иллидан где-то здесь. А, нет, нам туда наоборот. Нам ехать сюда, да? Блин. Богиня зовет. Я подумал, нам сюда ехать. Во имя Луны. А нам не сюда ехать. Чё, встали? Без промедления. Что-то они какие-то глупые. Такова воля богини. Пора на охоту. Воу. Я не отступлю. Ну и ладно. Так. Служу закону. Надо остановиться здесь и пополнить запасы. К сожалению, у меня мало воинов. Армия плети хорошо потрепала нас за последние месяцы. Кель, а как же ваши братья высшие эльфы? Неужели они не сражаются с нежитью? Армия плети уничтожила нашу родину, Кель-Талас. И род мой почти исчез с лица земли. Те немногие, что остались в живых, называют себя мстителями. Это помогает нам помнить о павших в этой войне и о тех, кто убил их. Кель, вместе с тобой я скорблю о павших. Но ты не должен позволить ярости и отчаянию овладеть твоим сердцем. Возможно... Именно тебе суждено привести свой народ к новому, светлому будущему. Нежить вернулась. Защищайте караван. Да подожди, сами разберем. Пора. О, что у вас все плохо, смотрю. Первая прибежала. Никто не уйдет. Да. Иллидан где-то здесь. Так, пошли дальше. Пора. Ух, прям такой толпой идем. Всех сносим на пути. Иллидан где-то здесь. Ну. Пора. Самое время. Нежить вернулась. Защищайте караван. Разберутся. Служу закону. Мы пойдем туда. Аж Тарадас! Он на что-то не понял. Так все отлично. Караван напали. Это вот
нападение? Серьезно? Это какой-то пухмальянца, блин, а не нападение. Да. Все происходит очень быстро. Оп! Слабый воин дальнего боя. России Чарльз нападение. Воин дальнего видимый по ночам поражающий бизнес. Может атаковать истинно слабый воин ближнего боя. Тогда, значит, виновные будут наказаны. Защищайте караван любой ценой. И еще одна сокровищница. Берем золото и уходим. Оживляет 6 трупов. Мое время. Прям как. Как. Иллидан, где-то как... здесь. Как, а... Внимаю как... словам Илуны. Да, да. Ребята, защищайте караван любой ценой. И вот этого, и все. Дело есть. Дело есть. Чего? У нас нет времени. Все, погнали, пацаны. Пора. Ё-моё. Погнали, пацаны. Вот нахуй. Ну, кстати, да, он более-менее так, что кидает кубли свои уши. Сила. Пауки вообще какие-то, не пауки. Служу закону. Ладно. Служу закону. Самое время. Самое время идти дальше. Служу закону. Сейчас день сзади нападут. Это кто здесь остался? Чё вот надо? Придурок. Мне это нравится. Сопля какая-то. Осталось. Ух, догоняй. Быстрее теки. Тоже запинается. На караван напали. О. Виновные будут наказаны. Все взяли. Пора. Пошли поможем. На. Никто не уйдет. Так, я всё. Не отступлю. Пошли. Скоро дойдем. Скоро. Вот еще чуть-чуть. Да. Аштарадас! Или да, где-то здесь. Да. Дай. Служу закону. Вот так вот. Прощай. На караван напали. Семью зарезали. Хотя во имя правосудия! Ладно. Самое ну, время. Ну это, да, слабый момент было написано. Но я не знаю, как бы... Служу закону. Но, блин. Пора. А где все? Сейчас опять будет подкрепление, да? Вот отсюда. Служу закону. Все, что ли, ставит. Нежить вернулась. Защищайте караван. Да что ж такое? Одна из немногих наших деревень на этом берегу. Мы отдохнем здесь и соберем подкрепление. Собирай. Иллидан, где-то здесь. Ох, подкрепление. Лучница. Ух, вот это подкрепление. И раб один такой будет кирками кидаться. Единственный копатель на планете. Ага, это такой подошел, полечил, еще полечил, еще полечил, еще полечил, еще полечил. Все. Еще полечил. Не успевает бежать. Ага, и копатель пошел дальше задротить. Самое время. Все. Идите без меня. Друзья мои, мы на распутье. Двое на меня. До нашей цели можно добраться короткой дорогой, но она проходит слишком близко от бастиона нежити. Второй путь безопаснее.
Но мы потратим много времени на то, чтобы добраться до реки. Обе дороги небезопасны. Не стоит медлить с выбором. Поэтому мы идем через Цезарев, да? А, нет, то есть это... Ту-дун-тун-ту-дун. И даже музыка, по-моему, такая же. Мой самый сложный выбор в жизни. Ту-дун-тун-ту-дун. Конечно, сюда. Да, сейчас разбалим их полностью вообще. Мы решили пойти направо. Самое время. Чуть не прочитал налево. Правильно иду, да? Да. Еще не забыл, где право, где лево. Я не отступлю. Не сказать, что это короткий путь, мы уже идем не туда. Лучше просто снесли вот эту гору и пошли. Илидан, где-то здесь. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Самое время. Это вот цитадель, да? О-о-о, надо ее опасаться. Никто не уйдет. Нам сделают больно, наверное. Мэг, не умирай. Крестики. И снова золото. Оно больно. Поможет нашему делу. О, зелье мы уже. Ай, нет. Зачем мы пошли? Пора. Мы прошли. У нас нет времени. Пойдем золото. Так, 6 трупов. Я не отступлю. Мне некуда девать. Некуда класть. Некуда класть. Пора на охоту. Вот. Пора. Самое время. Пошли быстро со мной. Мне кажется, мы теряем время. Жду приказаний. Да хранит меня тьма. Такова воля. Защищайте караван любой ценой. Хранит меня тьма. Здорово, пацаны, я покушать. Интересно. Пришел, да? Во имя короля мертвых. На, тебе больно. На. На тебе. А, не выпили. Так, ладно. Пора на охоту. Ух, так, воин дальнего боя, владеющий способностью, не, тролли какие-то. Так, на караван напали. Чуть я слишком вошел в образ. Просто там такая улыбка, вот, маг-отступник. Он постоянно отступает, лучше его не брать, у него воин дальнего боя, владеющий заклинаниями очищения и щит молний. Может, молния, ну ладно. Вожак Йети, грозный воин ближнего боя, владеющий способностью сокрушения и заклинанием сила природы. Главное, чтобы не пукнул. Мне кажется, мы теряем время. Мне кажется, мы готовы. Служу закону. Побежали. Самое интересное, что он вожак Йети, но он делает это... Это тот самый бастион, о котором я говорил. Если мы хотим провести здесь караван, его нужно уничтожить. Во имя правосудия, такова воля богини. Жу! У нас нет времени. И по всем сразу. Я здесь! Когда побежал лечить плохую жизнь, вернулся на охоту. Виновные будут наказаны. Защищайте караван любой ценой. Это что-то строят, да. Когда твою базу ломают, самое время что-то построить. Это же... Ты покажешь архитектуру. Ты покажешь свой город, красоту своего города врагам, и они, возможно, тебя пожалеют. А возможно и нет. Виновные будут наказаны. Убегают. Убью. Кто-то блеванул. Пиу, пиу, перестрелка. На топором. На. Пиу, пиу. Тебе больно? Я в тебя стреляю. Пиу, пиу. Все, сломали базу. Сломали, говорю. Сломали. Вообще точно.
бегает. Где мне бить? Кажется, мы теряем время. Где кто? Пора на охоту. Где свои, где чужие? На караван напали. Где я нашел это? Эти откуда приезжали вообще? Тысяча золота уже. На. И как они терпят вообще такие удары? Наши воины вступили в бой. Убивают чуть ли. Вообще. Зачем? Промах, промах. Вижу, бля, вот тупые дела. Так. Пора. Иридан, где-то здесь. Защищайте караван любой ценой. Никто не уйдет. Да вы что такие-то? Я не отступлю. А, сам полег. А, типа больно. У нас нет времени. Служу закону. Так, побежали. Нет, сначала вот это сломаю. На. Все, сейчас сломаю. Самое время. О, левел ап. Аштарадас! Все. Что будет там задержка на изобретение? 10 секунд, 10, 1 секунд. О, да это я могу. Во имя правосудия! Иридан, где-то здесь. Пошли. Золото. Самое время. Нежить вернулась. Защищайте караван. Да, вернулась. Ты что такое-то? Никто не уйдет. Сейчас. А, это наш. Во имя правосудия. Сейчас которое производится через пятую точку. Пора. Все, пошли быстро. А то сейчас опять нападут, еще встанем. Куда? Без вас уже уехал. Служу закону. Поехали, поехали. Самое быстрее, время. Быстрее. Иридан, где-то здесь. Я не отступлю. Быстрее едьте. Штаны могут. Хотя так. Служу закону. Таких побоищ. Это только и может делать. Пора. А тут что? А, это другая дорога. Все, давайте. Иридан, где-то здесь. Ну, пойдем. Я не отступлю. Ну-ка, может, опыту заработаем, если убьем. Пора. Если есть вообще не может. Служу закону. О, еще две дорожки. На караван напали. А, напали быстро. Быстрее можно? Быстрее шел бы. А, там почти всех перебили. Быстрее. Ух, прибежали. Ух, какая помощь. Мы помогаем как-то. Все. Служу закону. Быстрее уже к этому чертовому, блин, мостику. Наконец-то. Это деревня Пирвуд. Мы все-таки добрались до реки. Хм. Мне кажется, что-то здесь не так. Возможно. Но мы должны двигаться дальше. Проклятие. Они поджидали нас. Защищайте караван любой ценой. Вот это засада! Богиня, какой-то... им а, нет, нет числа. Вот, реально. Вау, мы вот продолжают это засада. Наступать. Да встань ты сюда и активируй вот это вот. Все, и по всем. Ладно. Пора. Там вообще кучей. Служу закону. Так. Мне кажется, мы теряем время. Все. А теперь все помню. И мы отбили атаку, но на нас идет вторая волна. Да. Как страшно. Мы не можем больше ждать. Еще одна атака, и мы потеряем караван.
уверена. Кель, пусть караван переправится через реку. Я останусь и буду защищать мост. Это очень благородно, жрица. Но даже твоих сил не хватит, чтобы сдержать эту толпу. Моя богиня защитит меня и придаст мне сил. Ну и ладно. А, ну конечно. Да и все, и ты не понимаешь. Она сдерживает их. Да ладно. О, боги. О, боги. Чё ты на мосту-то стоишь? О, под дно ушла и при этом... Нужно спасти Тирент. Течение уносит ее прямиком во владение нежити. Её там нет. Нет, Кель. Тирент воин. Она знала, чем рискует. У нас есть более важная цель, а времени осталось очень мало. Твои люди в безопасности. Пришло время исполнить обещанное и помочь мне в охоте на демона. Ну все, теперь можем нанять на одного наемника больше. Да, и я вот более, наверное, чем уверен, что мы будем, когда атаковать главную... как бы базу Иллидана, назовем ее так, ну, если это будет вообще, то мы ее там найдем в плену. Вот более чем уверен. Так, что же делал наш дед этот лесной? Буду его дедом называть. О, уже этот коня лес пострадал просрал. Не меньше, чем Ашенваль. Порча погубила несметное множество деревьев. Если бы только друиды могли... Землю раздирает на части. Боль. Невыносимая боль. Древние духи леса, заклинаю вас... Покажите мне то, что скрыто от взора. Покажите, что мучает вот эту землю. Вот это духи рабов своих призвал. Вижу холодный Нортренд, вершину мира. Земля содрогается. Как такое возможно? Кто стоит за всем этим? Артес. Скорее всего. Или там. Получилось. Ничто не может противостоять силе Ока. Скоро с врагами моего господина будет покончено, и я потребую у него справедливой награды. Нифига не получу. Благодарю вас, великие духи. Я знаю, что нужно сделать. Обещаю вам, его вероломство не останется безнаказанным. Побежали дальше дерево. Просто самоубились. Ладно. Я один побежал. Slow motion. И второй побежал. Глава 7. Сколько глав вообще всего? Вот мне интересно. А, нашел нового себе козла. Меф, пора двигаться, и двигаться быстро. Иллидан сотворил чары, раздирающие на части вершину мира. Мы должны... Постой. А где же Тирент? Я сожалею, Фарион. Жрица пала в бою.
Мы помогали группе воинов Альянса в бою с нежитью. Жрица доблестно сражалась. Но я своими глазами видела, как ее разорвали на куски. Разорвали на куски? Тирент, сердце мое, я должен был быть там, с ней. Ты еще можешь отомстить за ее гибель. Давай нападем на Иллидана. Ведь именно из-за него мы пришли в этот богами забытый край. Он причина этого несчастья. Фарион, это принц Кель, союзник, о котором я рассказывала. Приветствую тебя, великий друид. Мои разведчики подтвердили, что Иллидан и его союзники-змеи расположились на развалинах города Даларан. Они исполняют некий загадочный ритуал с помощью артефакта, похожего на драгоценный камень. Должно быть, они используют Око Саргараса. Но зачем им наносить удар по вершине мира? Это не важно. Они все равно не успеют завершить ритуал. Иллидана нужно остановить раз и навсегда. Воу, мы прям рядом. Бейте наг. Заклинатель. Уложитесь в 30, мать вашу. У нас так. Мало времени. У нас... Ооо, прокачки вообще нет. При этом воины... Ладно. Не сразу. Хватает дерева. Ха. Вот же... Так. Драконочки. Что? Ладно. Так. Требуется охотничество. Что у нас есть? Что у нас имеется? Мне нужно три сверчка. Лесной дракончик, это небольшие дракончики, могут уходить в мир иной, чтобы бегство в астрал, применившее это заклинание, время есть одна секунда, то есть вот на одну секунду его перестают бить, дальше он появляется в астрал, и его продолжают бить. Вот. Так, нам что нужно? Охотничий зал, древо вечности, охотничий зал у нас есть. Наги захватили в плен одного из паладинов. Если мы освободим его, он поможет нам в борьбе против Иллидана. Ну, во-первых, давайте построим древо войны. Еще одно. Во-вторых, давайте построим... Древо мудрости. В-третьих, да, чё столько деревьев? В-третьих, давайте построим древо ветров. Все, теперь у нас двойные войска. Назовем так, да? Так. Дерево не рубится, что ли? Виновные будут наказаны. Так, ладно. На вот город это... наших союзников напали враги. Напали враги. Я надеюсь, они отбиваться смогут, да? Вроде как нормально. Бежал дерево и бежал. Я надеюсь, реально вот они смогут отбиваться. Если они не смогут, ну лохи. Мне кажется, мы теряем время. Так, давайте сказать, знаете что? Мне готово. Вот, разум. Зачем мне разум? Иллидан где-то здесь. Будем тупыми. Нет. Просто на самом деле вот я... Самое время. Не понимаю смысл в разуме в этой игре. Вот прям в риле. Поэтому я вот так вот сделаю. У нас нет времени. Атаковать по воздушным воинам. Готово. Некуда класть. Виновные будут наказаны. Это так. Я обычно вот так делаю. Так, и на разведку. Все. Мне кажется, мы теряем время. Бегут, надеюсь, их не убьют. Ух, что-то тут. Я чувствую, как их волшебство разрушает вершину мира. Мы должны прекратить это. Кто в кустах? Что ж, трясется. Сначала, да, давайте паладина освободим.
сидится 5-1. Так, улучшаемся. Мне кажется, мы теряем время. Улучшаемся. Нам надо все прокачать. Всех и вся. И все. А где химер нанимать? А, в другом вообще древе. Так, у нас кто? У нас есть друиды. Значит, это качаем. Великанов мы тоже качнем. Чтобы их качало. Так. Сторожева. Ну, сову нам не надо. Сову. Наши воины вступили в бой. Кто? Что? Вот су... Короче, убили. Виновные будут наказаны. Благодарю вас, доблестные воины. Я буду сражаться за дело света вместе с вами. Да сгинет тьма. То есть так. Просто прибежал. Курица прибежала просто и все, да? Серьезно? Как? Карл, исследование завершено. Ребенок просто прибежал. Мое сердце жаждет битвы. Каким образом? Фига тут, конечно. Но хоть они не так уж и далеко бежать. Боже. А он нам нужен вообще. Он какой-то, по-моему, не такой. Ты можешь? Ты ничего не можешь. Ух. Так, насколько время есть? 30 секунд. За 30 секунд ты их не убьешь. За 30 секунд. Будет исполнено. Смерть неверным! Каждому. Да свершится правосудие! Наказать их. Во имя света! Та-та-та. Ну и все, быстро бежать, чтобы тебя не наказали. Как прикажете. Все. Не, конечно. На город наших союзников напали враги. Все, конечно, может быть, варить-то. Только они такой кобальт. То есть их можно... Смерть неверная ему! Ух, давайте освободим. Будет ух, исполнено. Освободим. Ух, способность кончилась. Да свершится правосудие! За веру и народ. Сейчас я вам. Сейчас. Древо выращено. Ага. Так, вот оно выросло большое. Может, на город как... наших союзников напали враги. Так, у меня будет даже. Так, сначала я хочу просто все прокачать. О чем вы просите меня? Как прикажете? Чтобы ты взял и всех тут это самое. Сейчас мы им откроем. И они ух, а то на нас город сделают. Наших союзников этим. Смерть неверным! Ребят, вы за чё? За веру и народ. Ой-ой, будет исполнено. Скончится. Да свершится правосудие! За веру и ой, народ. Быстрее, тикай. Как прикажете. Успел. Будет исполнено. Все. Исследование я завершено. Я хотел открыть, я думал, они сейчас там их разнесут всех вообще. А они какие-то не такие. Так. У нас нет времени. Еще есть. Не знаю, мне в кайф. Виновные будут наказаны. В итоге. У нас вон аж. А нет, не убили, конечно. Кому мы отдали сферу? Пора на охоту. Наши воины вступили в бой. Мне кажется, мы теряем сферу, время. Да. Исследование завершено. У нас нет времени. Чё? Чё? То есть оно не отдало. Нормально. Виновные будут наказаны. Ладно. Как так? Сон притупил мои так, чувства. Далее. Да, здесь все прокачано, здесь прокачано. Во-первых, защита магии. Так. Ничего, сейчас. Ага, то есть вот тут есть дорожка. Так, мы идем. И все, и приходим. А можно вот тут. Мы можем с двух сторон напасть. Тут типа, ух, альянс бежит.
А тут мы типа тоже. Так, долго. Пора на охоту. Мне кажется, мы теряем время. Вот как тебе, да? Оно не знаю, оно. У нас нет времени. Есть у меня, только как я его возьму? Слишком много героев, поэтому надо вот так делать. Исследование завершено. Высшее посвящение. Какие они теперь высшие у нас? Да, пора на охоту. Всё, вот это красота. Огонь, какая-то нефть и яд. Еще бы взять, который от нежити, от орды. Или Дан, где-то здесь. Исследование завершено. Мы задержим их сколько сможем. За Кельталас. Кто? Я не отступлю. Так, ладно. 75 единиц маны? Ладно. 75, так 75. Брать больше не даете. Ну и не надо. Все. На город наших союзников напали враги. Вот как меня это, конечно. А, не, подожди, еще рано. На город наших союзников напали враги. Кто нападает? Ничего, ничего. А, время, что мало уже. Ригар ледяной. На город наших союзников напали враги. Я бы задал вопрос. Исследование завершено. Пожалуйста. Ладно. Итак. Мне нужно много дерева. Мы их потом убьем просто. Ух, что-то колдует, колдует. Да, ну как бы. Мой лук всегда всё. Со мной. Знаете, а что мы делаем? Где твое дыхание? Сейчас, сейчас. До 40 сейчас. И потом надо будет. Так вот сделаем. И вот эти двое уже сюда. Они построят нам колодцы. То есть каждого по два колодца. С каждого по два колодца. Извините, ребят. Так, ребята, надо было мне отойти, и я забыл включить меню паузы, короче. В итоге прокакал время, но добыл ресурсов. Ну, не я, а светлячки. Вот, поэтому... Воу, тихо, нет. Сейчас бы завершил игру, было прикольно. Выберите другое место. Да, я уже понял. Так. Ну всё. Значит так. На, сразу расходы. Так. Тут вообще не надо никого. Зачем я строил тогда? Виновные будут наказаны. Так, ну все, пошли. Ух, сейчас нападем, как нападем. Я готова. Да ладно. Готова. А
марш, Тарадас! Так, тут надо все... Готово. Развалить всем надо. Я готова. Ну и потерять парочку нашу. Ну, парочку. Иллидан где-то здесь. Так, на город наших союзников напали враги. Ну все. Око дробит землю. Боль. Невыносимая боль. Служу закону. Итак. Моя на город тактика. Наших союзников напали враги. Первые идут герои. Понятно. Никто не уйдет. Далеко ушли. Погиб герой наших союзников. Так, ну давайте, ладно, еще построим. Грозит этим мы землям. Мы теряем время. Герои первые у нас не идут. Потому что у нас, как видите, ну... Мое сердце жаждет битвы. Все у нас. Так. Первый пост. Это как менты. Ладно. Я готова. Виновные будут наказаны. Ладно. 10 минут. Ну почти. Минута надо подготовить. Выше на максимальной численности армии. Кто же первый солдат? Готово, готово. А, колодцы уже, то есть, нет, да? Богиня, наставь меня в пути. Ладно. А эти приготовятся? Богиня, нет. Пора просыпаться. Ну что? Пора на охоту. Я не отступлю. Как прикажете. Так. Мне кажется, мы теряем время. Что-то не так. О чем вы просите меня? Виновные будут наказаны. Я часть этой земли. Внемлю вашим словам. Побежали все быстро. На священной роще основали враги. Под хилом, под всеми подушками. Тут как-то воевать-то их. Священная роща осквернена. На город наших союзников напали враги. Сон притупил мои чувства. Священная роща осквернена. Мы вступили в бой. На город наших союзников напали враги. За веру и народ! Что грозит этим землям? Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. Священная роща осквернена. У нас нет времени. И мы сейчас... На город что-то наших союзников так. Напали враги. Такой-то толпой бежит. Будет сделано. Священная роща осквернена. Пора на охоту.
чем вы просите. Что грозит этим землям? У нас нет времени. Священная роща осквернена. Кто пришел? Да, это уже стал. Ара, священная роща осквернена. Мне кажется, мы теряем время. Никто не уйдет. Что-то не так. Иллиган где-то здесь. Я не отступлю. Мое сердце жаждет битвы. Виновные будут наказаны. Вот, блин, а. Быстрее, быстрее. Наши воины вступили в бой. У нас нет времени. Жалкие твари! Я готов. Я часть этой земли. А ну да. Чем вы просите? На город наших союзников напали враги. Что-то не так. Сон притупил мои чувства. Страх. Будет исполнено. Что грозит этим землям? На город наших союзников напали враги. Ваш ход. Наши воины вступили в бой. Жду приказа. Пощады не будет. На город наших союзников напали враги. Но мы собираем уже вторую. Богиня, наставь меня в пути. Просыпаться. Я вообще думал, что мы с первого захода все сделаем, но нифига. На город наших союзников напали враги. Ну. Погиб герой наших союзников. Ну давай. Да. Я карающая длань правосудия. На город наших союзников напали враги. Пора просыпаться. Меня наши воины на город наших союзников напали враги. Мне кажется, мы теряем время. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. У нас нет времени. Наших союзников напали враги. Так, ну, пока что... Ваш священная роща осквернена. Меня будить? Что грозит этим землям? Торфаля Надора! Мне кажется, мы теряем время. Мое сердце жаждет битвы. Смерть священная неверная! Роща осквернена. Что-то не так. Виновные будут наказаны. Не буди его мне, зверя. Наши воины вступили в бой. Священная роща осквернена. Бью без промаха. Мне кажется, мы теряем время. Сон притупил мои чувства. У нас нет времени. Блин, что такое? Наши воины вступили в бой. Воле богини. Внемлю вашим словам. Мне кажется, мы теряем время. Я вся внимание. Ара.
Или Дан где-то здесь. Осторожно, Надор. Не, подбеги сюда. Почту за честь. За веру и народ. Как прикажет. Как он посмел? На город наших союзников напали враги. Что грозит этим землям? Наши воины вступили в бой. Виновные будут наказаны. О чем вы просите меня? Когда начинать? Осторожно, Надор. На город наших союзников напали враги. Да свершится правосудие! Наши воины погибли в бою. Да боже, мэм! Смерть неверная! Я часть этой земли. Мое сердце жаждет битвы. На город наших союзников напали враги. Почту за честь. Чё? Как сломать? Да свершится правосудие! Осталось 2 минуты. Серьезно? Что грозит этим землям? Внемлю вашим словам. Во имя света! Я часть этой земли. Что грозит этим землям? Торфаля Надора! Эй, почему? Почему? Как он посмел? Я часть этой земли. О чем вы просите меня? Да свершится правосудие! Сон притупил мои чувства. Ага, вот. Все, что-то не так. Не может. Погиб наш герой. Во имя света! Черт, это слишком. Что произошло? Погиб. Ну, я не знаю, они находятся в какой-то поле. Внемлю вашим словам. За веру и народ. На город наших союзников напали враги. Мой лук всегда со мной. О чем вы просите меня? Нет, это наши вот. Так. А ну что? Виновные будут наказаны. Только две способности, которыми можно было долбать. Наши воины вступили в бой. Отравленный нож и... Я счастье. Связывание вот как у Фариона. По крайней мере, нет, я только этими долбал. Я еще не закончил. Это еще не все. Все кончено, брат. Пришел конец твоим злобным замыслам. Иллидан свирепый. За то, что ты бездумно подвергал опасности жизни людей и эльфов. За действия, которые угрожали равновесию мира. Я приговариваю тебя к смерти. Да, Иллидан. Ты пролил слишком много крови. Даже сейчас я чувствую, как содрогается от твоих чар земля Нортренда. Темница была бы слишком легким наказанием за все содеянное тобой. Я сама приведу приговор в исполнение. Сейчас. С одной тычки просто его. Глупцы, разве вы не видите? Мои чары должны были ударить по нежити, нашему вечному противнику. Я намеревался уничтожить ледяной трон, твердыню повелителя тьмы. Не считаясь с ценой, которую придется за это заплатить, из-за тебя погибла Тирент. Что? Прошу прощения, лорд Фарион. Может быть, жрица еще жива.
Ее унесло течением, но говорить о смерти преждевременно, Кель, пока... Кель, замолчи сейчас же! Ты же сказала мне, что ее разорвали на части. Опачки. Ты солгала мне? Нашей главной задачей было схватить предателя. Мне нужна была твоя помощь. Я знала, что если скажу правду, ты помчишься спасать ее, и мы упустим свой шанс. Я... Так кто же из вас предатель, женщина? Я немедленно отправляюсь на помощь Тирент. Фарион, поверь мне. Несмотря на все наши различия, я никогда не причинил бы вреда Тирент, и ты прекрасно знаешь об этом. Позволь помочь тебе, брат мой. Наги прочешет всю реку. Позволь помочь тебе хотя бы в этом. Хорошо. Что? Да ну! После всего, что он сделал, ты доверишься этому изменнику? Замолчи! С тобой я разберусь позже. Пойдем, брат. Зря он это. Ну, интересно, интересно. Ну, зря. Зря. Если, конечно, он реально поможет, ну, или Дан, тогда ладно. Но что-то я в это особо не верю. Ну, ладно. Я думаю, довольно-таки много мы за эту серию сделали. На этом можно и закончить. С вами был Кенни. Всем удачи, всем пока.